Первая схватка в новом сезоне для бунтарей завершилась поражением. Ярославская команда по американскому футболу Rebels вернулась из Подольска, где прошел товарищеский матч с местным Витязем. Игра закончилась со счетом 31-3, но такое заметное преимущество подмосковной команды ярославцы объясняют тем, что мяч чаще находился именно в зачетной зоне Rebels, а во-вторых, наши футболисты на первый матч выставили и новичков. Как отмечают ярославские спортсмены, команде не хватило опыта и хладнокровности в реализации последних ярдов. Наиболее ценным игроком от Rebels по результатам игры признан Семен Родин. Следующий матч для бунтарей домашний. В Ярославле он пройдет 13 апреля. Однако соперник пока неизвестен. Ну а в мае наша команда по американскому футболу начнет битву за российское чемпионство. В чемпионате России участвует порядка 50 команд, но они все разбиты на дивизионы. В нашем дивизионе будут участвовать две нижегородские команды. Это Broncos Нижний Новгород и Raiders 52. Вот с этими командами мы будем бороться в нынешнем сезоне. Команды с опытом. Собственно, игроки команды Rebels в том сезоне выступали за команду Broncos Нижний Новгород.